Методы диагностики и борьбы с болезнями картофеля обсуждали на ежегодном семинаре по традиции, состоявшемся в компании «Фатагро». Лучшие профильные специалисты собрались в Северной Осетии, чтобы поделиться опытом и новыми разработками. Это уже третий по счету семинар, на который съезжаются практически все наши партнеры с хозяйств с разных регионов. Мы ежегодно приглашаем лучших лекторов для того, чтобы они передавали свои знания, для того, чтобы они рассказывали о вероятности инфицирования картофеля. И в итоге наши партнеры получают те знания, которые позволят избежать инфицирования и порчи нашего конечного продукта. В компании «Фатагро» разработана программа развития семеноводства. К 2030 году она подразумевает обеспечить 20% потребностей российского рынка в семенном картофеле. Посадочный материал передают из Северной Осетии. В прошлом году было реализовано около 450 тонн элитного семенного картофеля. А в этом году объемы составят в 4 раза больше. Мы 2 года назад начали свой проект развития семеноводства в разных регионах Российской Федерации. И на сегодняшний день мы вот третий раз уже собираем наших партнеров для того, чтобы мы совместно могли обучаться, могли развиваться. Сегодня спикеры рассказывают по разным темам, которые интересуют всех картофелеводов страны. География партнеров компании «Фатагро» охватывает центральные и северные регионы России и постоянно расширяется. В минувшем году производственные площадки открылись в Ивановской, Московской, Новгородской и Псковской областях, а также в Республике Марий-Эл. Астраханская область. Мы у вас впервые привезли молодых агрономов почерпнуть новых знаний. Планируем работать с вашим Садоном. Ну, надеемся на плодотворное сотрудничество. Нам рекомендовали ваш сорт. Говорят, что он имеет большие перспективы. Российская селекция. Хотим попробовать, посмотреть. Тоже возлагаем на него большие надежды. Наращивать обороты компании помогают научный подход в развитии отрасли и постоянный контроль на каждом этапе производства. «Фатагро» стала одной из главных площадок в стране, где специалисты со всей России решают общие задачи. А я преподаю, преподаватель в Аграрном университете Северного Зауралья, город Тюмень. И параллельно у нас при университете создано малоинновационное предприятие по производству гуменовых препаратов. Наша кафедра занимается гуменовыми препаратами с 1961 года. У нас накоплен очень большой материал. И мы сначала при кафедре создали производство небольшое. Сейчас мы уже на всю Россию производим препараты. Семинар состоялся уже в третий раз. Он продлится 2 дня. За это время специалисты успеют поделиться самыми важными разработками и исследованиями в области сельского хозяйства. Елена Смирнова, Давид Костанов, 15-й регион.